Ребята, всем привет! Сегодня будет незапланированное видео. Видео сегодня будет, конечно же, о деньгах. Я сегодня буду обсуждать прошлое видео, потому что именно прошлое видео о Флойде Мейвезере. Кто не смотрел прошлое видео, обязательно посмотрите. Его я вот где-то здесь оставлю в аннотациях, также его оставлю в описании. Некоторые люди не совсем поняли суть видео. Некоторые люди повели себя вообще некорректно. Сейчас я вам все буду объяснять. И, кстати, огромное вам спасибо за то, что это видео вызвало у вас дискуссию. Ребята, это правильно. Мои подписчики, понятное дело, замотивировались. К моим подписчикам с правильным мышлением вообще нет никаких претензий. У людей это вызывает только положительные эмоции. А вот люди, которые на таком переходном этапе, потому что многие хейтеры, я вам уже говорил, становятся моими подписчиками, потому что они начинают видеть другую сторону. Итак, погнали, ребята. Во-первых, в чем была суть видео? Потому что многие говорят, деньги – это не все. Разве в этом была суть видео? Суть видео – показать вам отношение к деньгам, как правильно нужно относиться к деньгам. Показать вам, как Флойд относится к деньгам. Он называет себя человек-деньги, поэтому он притягивает деньги в свою жизнь. Сейчас речь идет не о любви, не о здоровье, а только о деньгах. Как относиться нужно к деньгам. Многие говорят, деньги это не хорошо, деньги это неплохо. Деньги это хорошо. Если вы будете к деньгам относиться с любовью, с позитивом, вы будете притягивать деньги в свою жизнь. У некоторых людей это видео вызвало негативные эмоции. Вот люди посмотрели и сказали, блин, мне от этого видео только тошнит, у него так много денег, а у меня нет денег. Ребята, это очень печально на самом деле, я вам советую измениться. Смотрите, если человек радуется, если у человека много денег, если человеку хорошо, какому-то человеку, а вам от этого плохо, ребята, так нельзя. Срочно меняйте свое мышление. Вы, наоборот, должны мотивироваться такими людьми. Если у человека все хорошо, порадуйтесь за этого человека. Не нужно этому человеку завидовать. Именно из-за этого, именно из-за того, что вы завидуете, именно из-за того, что у вас плохое настроение, вы не можете впустить деньги в свою жизнь. Вот это вот зависть, этот негатив, ребята, это барьер. Это барьер на пути к вашим деньгам. Именно из-за этого у вас нет денег. Вам же самим от этого плохо. Зачем так поступать? Если вам от этого плохо, сделайте, чтобы вам от этого было хорошо. Порадуйтесь за человека. Так что срочно меняйте свое мышление. Теперь давайте обсудим такой коварный вопрос, который у большинства вызывает дискуссию. Деньги – это главное в жизни? Многие говорят, деньги – это не главное. Зачастую так говорят те люди, у которых нет денег. Если деньги – это не главное, ребята, отдайте эти деньги мне. Но это же не главное. Люди, которые так говорят, но зачастую нуждаются в деньгах, они противоречат сами себе. Если для кого-то деньги не главное, главное там семья, здоровье, уйдите в лес, в тайгу, охотьтесь там с лука, возьмите с собой топор, постройте там себе хижину и живите, и вам деньги не будут нужны. Я, кстати, таких людей, которые смогли отказаться от цивилизации и смогли уйти в лес, намного больше уважаю, потому что это, ребята, очень мужественный поступок так поступить. Есть такие ребята, которые уходят в горы, которые сливаются с природой, медитируют, и они не нуждаются ни в чем там, ни в телефонах, ни в еде. Вот так живут монахи, вы знаете, да? У них нету ни телефонов, ни еды. Еду им приносят люди, они живут в храме и молятся. Все. У них одна одежда на все случаи жизни, и им деньги реально не нужны. Вот они выбрали другой путь. Ребята, это, кстати, очень тяжелый путь. Мы с вами живем в другом обществе. И вот говорить, ну что деньги это не главное, это тупо. А что же главное в жизни? Вы знаете, что самое главное в жизни для меня? Я вам уже объяснял свою позицию. Самое главное в жизни это любовь. Это так для меня. И любовь это широкое понятие. Вот любовь к человеку, любовь к своим родителям, любовь к окружающему миру, любовь к животным. Ребята, вы должны впустить любовь в свою жизнь. Вы должны впустить любовь в свое сердце. Вы должны
пользоваться этой любовью. И тогда у вас появятся и деньги, и отношения. Без любви, ребята, реально ничего не будет. А потом, конечно же, после любви идут деньги. Потому что без денег в нашем мире ты ничего не сделаешь. На деньги можно купить еду, на деньги можно купить одежду. С помощью денег я вот могу путешествовать. С помощью денег я могу заниматься благотворительностью. Деньги в нашем мире – это одно из самых главных. Потому что с помощью денег у тебя открываются любые возможности. Так что самое главное – это любовь. Впустите вы в свою жизнь любовь, впустите вы в свое сердце любовь, и тогда у вас появятся деньги. Ребята, если в вашей жизни нету любви, ваше сердце переполняет печаль, зависть, страх, разочарование. Нужно впустить любовь, нужно радоваться, я не знаю, каждому моменту, радоваться, не знаю, вот этому вот листику, радоваться этой пальме, радоваться этому морю. Каждой мелочи нужно радоваться, нужно пропускать через себя любовь. И когда вы вот будете идти по жизни с любовью, у вас не будет возникать какой-то зависти, у вас не будет страха. Вы сами увидите, как все возможности будут вас находить. Вам будут открываться любые двери. То есть пропустите через себя любовь. И тогда вы не будете писать такие комментарии, что деньги это зло. Главное не деньги в жизни. Так а что для вас главное в жизни? Вот задайте себе вопрос. Что для вас самое главное в жизни? Теперь вернемся к Флойду. Многие писали, вот у него столько машин, у него столько золота, столько денег. Лучше бы отдал эти деньги другим, лучше бы помог кому-то. Так зачастую пишут те люди, которые никогда не занимались благотворительностью. Эти люди никогда никому не помогают. Но они почему-то думают, что имеют право осуждать других. Вы знаете, сколько Флойд Мейвезер тратит миллионов долларов на благотворительность? Сколько денег? Это я больше обращаюсь к хейтерам. Но все равно я этих людей не сужу. Сколько денег на благотворительность потратили вы? Вот скажите. И сейчас вы мне сразу же зададите вопрос. У меня нету столько денег. Ребята, неважно, сколько у вас денег. Каждый может отдавать какой-то процент на благотворительность. Сколько процентов на благотворительность от своей зарплаты отдаете вы? Нисколько. Нисколько. Вы говорите, вот когда у меня появятся деньги, вот тогда я буду отдавать на благотворительность. Не будете вы отдавать. Я вам даю 100% гарантию. Будет у вас миллион, два, три, вы все равно ничего не будете отдавать. Если вы не отдаете сейчас, вы потом тоже не будете отдавать. Смотрите, например, кто-то зарабатывает 300 тысяч долларов в месяц. Все вообще люди богатые отдают на благотворительность там до 5%. Вот кто-то зарабатывает 30 тысяч долларов в месяц, он отдает 300 тысяч долларов в месяц, он отдает 15 тысяч долларов, к примеру, на благотворительность. Я сам отдаю до 5% на благотворительность каждый месяц. У меня в Excel есть отдельная графа благотворительность. Почему вы не можете каждый месяц отдавать до 5%? К примеру, вы зарабатываете 30 тысяч рублей. 5% это 1500 рублей. Вот скажите, вы не можете отдать на благотворительность 1500 рублей? Конечно же можете, но почему вы это не делаете? Ну вы зато осуждаете других. Ребята, отдают на благотворительность. У многих миллиардеров, миллионеров, нормальных я имею в виду, есть свои фонды. Они там помогают нуждающимся, помогают детям где-то в Африке. У всех там звезд, нормальных я имею в виду звезд, есть свои фонды, и они очень много денег жертвуют на благотворительность. На благотворительность может жертвовать каждый, но вы почему-то это не делаете. Я сейчас советую всем своим подписчикам, заведите реально отдельную статью расходов и тратьте 5% на благотворительность каждый месяц, неважно кому. Многие сейчас могут сказать, ну вот как кому-то может помочь моя тысяча, это же погоду не изменит. Да, это реально погоду не изменит. Так почему вы жалеете? Если эта тысяча погоды не изменит, так для вас она погоды не изменит тоже. То есть вы эту тысячу с легкостью можете отдать. Неважно, сколько вы будете отдавать. Главное отдавать. Вот именно поступок сильных в том, что они отдают. Они помогают людям, когда у них нет денег. Потому что все умные могут говорить, вот, когда у меня появятся деньги, я буду отдавать. А ты попробуй отдавать сначала. Ведь важно не то, сколько вы отдаете, а важно, отдаете ли вы вообще. И в первую очередь, для кого вы это делаете? Для себя. Вы впускаете
Таким способом в свою жизнь любовь, в свое сердце вы впускаете любовь. Вы отдаете и не требуете ничего взамен. Вот это вот важно, ребята. Отдавайте. Каждый из вас может отдавать. Стоите вы в супермаркете, я же про это снимал видео. Оплатите вы какой-то бабушке покупку. Кто из вас, кто зарабатывает хотя бы 50 тысяч рублей, к примеру, кто из вас хоть раз такой поступок сделал? Я больше чем уверен, никто. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто хейтит, к тем, кто говорит, вот зажрались мудаки, не помогают людям. Они помогают, а помогаете ли вы? А вы не помогаете, но вы зато имеете право писать вот такое вот в комментариях. Так что, хейтеры, пожалуйста, меняйте свое мышление. Даже те люди, которые не помогают, они не пишут такого в комментариях. Они понимают это. Смотрите, я этим видео никого не хочу обидеть. Я просто хочу показать вам свою позицию, что никогда не нужно судить о человеке, если вы этого человека не знаете. Ребята, ну это же настолько низко. Вот я нюхаю в своих видео деньги, да, мотивируюсь деньгами. И вы пишете, лучше бы ты отдал эти деньги бедным. Но вы же не знаете, отдаю я или нет. Я каждый месяц трачу по 5% от своих доходов. Кто тратит каждый месяц по 5% от своих доходов? Наверное, 2%. 2% людей каждый месяц откладывают деньги на благотворительность. Вы же обо мне ничего не знаете. И, кстати, очень хорошо, что вот вы затронули эту тему. Я всегда благодарю хейтеров, потому что так бы я не записал это видео. И я считаю, что нужно мне благотворительность показывать почаще, реально почаще, потому что многие думают, что вот, я только нюхаю деньги, а благотворительностью не занимаюсь. Нет, ребята, это не так. И наоборот, я буду тогда почаще показывать благотворительность, буду мотивировать людей, потому что я считаю это правильно. Вот знаете, у нас такое общество, что принято считать, что все богатые мудаки, все мажики, они зажрались, они не помогают людям. Да, я не спорю, есть, конечно же, мажики, есть мудаки реально, которым, например, деньги достались в наследство, они их не ценят, они никому не помогают. Но люди, которые поднимались с самых низов, которые с самого нуля начинали свое дело, они это ценят и они отдают. Никогда не судите о человеке только по картинке. Узнайте что-то про него, если вам реально это интересно. А если вам не интересно, не пишите такие комментарии, если вы не разобрались. Если кто-то вам интересен, погуглите про него. А сколько денег он тратит на благотворительность? А чем он еще занимается? Никогда не судите человека только вот по обложке. Мои вот подписчики с правильным мышлением реально кайфанули, зарядились. Поблагодарили меня, спасибо вам огромное, спасибо вам за поддержку. А были такие люди, да, которые писали, вот вы боты, у вас нету своего мнения. Люди реально от этого кайфуют, люди благодарят, люди с хорошим настроением. Многие думают, что я там что-то накручиваю. Ребята, не нужно ничего накручивать. Если вы будете относиться к своему любимому делу с душой, если вы будете отдавать людям, если вы будете реально менять судьбы людей, вас будут благодарить, вам будут все делать бесплатно. Некоторые подписчики мне говорят, Тарас, как тебя отблагодарить, куда тебе скинуть деньги, там женщины свечки за меня ходят, ставят в церковь. Спасибо вам огромное, очень приятно, но если вы будете отдавать людям, люди сами это будут делать для вас. Это закон вселенной, вы отдаете, не ждете ничего взамен и получаете намного больше. И все эти комментарии, всю эту поддержку я получаю от людей, я просто делаю это все с душой. Просто люди меняют свое отношение, меняют свое мышление и видят, что так относиться к жизни намного проще. Ко мне на семинар, боже, приходят все на позитиве, все заряженные, все вообще кайфуют. Настолько вот приятно с этими людьми общаться, вот. В таком кругу, понимаете? Никто не жалуется. Все берут на себя ответственность. Все понимают, что они только несут ответственность за свою жизнь. Если у них нет денег, они понимают, что только они в этом виноваты. И это очень круто. И вот именно мой канал не для всех. Вот именно мой канал для таких людей, для узкой аудитории, которые хотят изменить свою жизнь. Так, на этом буду прощаться. Давайте подведем итоги. Относитесь к жизни проще. Относитесь к деньгам хорошо. Деньги – это хорошо. Самое главное – это любовь. Пропускайте любовь в свое сердце. И тогда вы будете совершенно другим человеком. Вы будете по-другому относиться к деньгам, к здоровью, к счастью. Все изменится, если вы впустите
в свое сердце любовь. Пожалуйста, запомните это. Когда вы впустите в свою жизнь любовь, у вас начнет, можно сказать, вырабатываться благодарность. Когда вы все любите, вы за все благодарите, серьезно, благодарите абсолютно за каждый рубль, за каждый доллар. И вот когда вы проходите через этот этап благодарности, вы обретаете реальное счастье. Вы перестаете просить все, вы перестаете быть недовольными, вы понимаете, что я и так кайфую от жизни. Мне жизнь многое дала. Я не говорю именно про себя, а про других людей. Те люди, которые могут ходить, которые могут видеть, которые могут слышать, им жизнь дала абсолютно все. И они это понимают, они раньше этого не ценили, они выкупают, что у них на самом деле есть. Так что всем большое спасибо, моим подписчикам, огромное спасибо хейтерам, огромное спасибо, что дали мне возможность записать такое видео. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Обязательно подпишитесь на мой канал, на мой инстаграм. Если понравилось видео, поставьте ему лайк. Всем любви, больших денег. Пока.